Судья был рядом и посчитал, что было нарушение правил. Ну и Бодров! Выход практически один на один. И какая передача за 5 секунд до окончания второго периода. Денис Зарипов. Вот таким магнитку, а? Безобразно просто сейчас сыграли хозяева. Сперва, вот, видимо, Бодров сумел оказаться на шайбе первым. И очень здорово, потому что сам уже практически был в отыгранной ситуации.